Велика и необъятна наша родная земля. Многочисленные авиалинии, словно кровеносные артерии, связали запад с востоком и север с югом. Однако более половины воздушных перевозок Аэрофлота приходится на линии протяженностью до 1200 километров, связывающие промышленные города с областными и республиканскими центрами. Сейчас короткие маршруты гражданского воздушного флота обслуживают самолеты устаревших видов Ил-12, Ил-14 и Ли-2. Эти самолеты с поршневыми двигателями и малыми скоростями по своим экономическим данным уже не соответствуют современным требованиям и не могут обеспечить возрастающих нужд народного хозяйства. Над решением этой проблемы, созданием нового высокоэкономичного турбовинтового самолета, работает коллектив конструкторов, возглавляемый доктором технических наук, известным авиаконструктором Олегом Константиновичем Антоновым. Здесь, в этом конструкторском бюро, созданы многие планеры и самолеты, установившие всесоюзные и мировые рекорды. Кто из нас не знает универсальный самолет Ан-2, который знаком каждому колхознику и верно служит полярникам и хлопкоробам, целинникам и геологам и искателям. Здесь был создан комфортабельный лайнер Ан-10А, удостоенный диплома и золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе. Он представлял советскую авиацию в Дели, Вашингтоне, Нью-Йорке, получив широкое признание и в нашей стране. Но творческая мысль конструкторов и инженеров уже ищет и разрабатывает новые типы совершенных самолетов. Именно таким является турбовинтовой самолет Ан-24, при изготовлении которого были учтены все новейшие достижения отечественного и мирового самолетостроения. Немало сложнейших задач пришлось решить Олегу Константиновичу Антонову и большому коллективу конструкторов, прежде чем забилось стальное сердце и новый самолет птицей взметнулся ввысь. На испытаниях Ан-24 показал превосходные летные качества. Он на 25% экономичнее прежних самолетов этого класса. Крейсерская скорость новой машины 490 км в час, а ее практический потолок достигает 9000 метров. Ан-24 свободно покрывает расстояние до 2000 км. Совершенное радиолокационное оборудование обеспечивает безопасность полета, своевременно предупреждая экипаж о приближении встречных самолетов и высоких препятствий, позволяет видеть землю ночью сквозь облака и густой туман. Новый турбовинтовой самолет не требует специально оборудованных аэродромов, может прекрасно садиться на грунтовых и травяных посадочных площадках. Особенность конструкции позволяет машине уверенно летать и совершать посадку в случае отказа одного из двигателей. Немногие самолеты обеспечивают надежность полета, если один из двигателей откажет при взлете непосредственно после отрыва от земли. Однако и в этом случае Ан-24 быстро выравнивается и приобретает устойчивость. Размеры самолета позволяют пассажирам разместиться в нем с большим комфортом.
Силами экипажа в самолете может быть увеличено грузобагажное отделение за счет снятия части кресла. Салон легко превращается в сплошное грузовое помещение для перевозки почты и грузов общим весом до 4 тонн. В основном варианте Ан-24 устанавливается 44 мягких пассажирских кресла. Новая прекрасная машина вышла на воздушные трассы нашей страны. Ох, не нравятся мне эти темные тучи. Не нравятся. Разве это тучи? Они пройдут стороной. Вот так мы и застряли в прошлый раз. Девочки, дождь пошел. Не сильный какой. Да, опять будем сидеть. Все в порядке. Попытка посетить небо окончилась неудачей. Приготовьтесь загорать до ближайшего солнечного дня. Внимание, товарищи. Мы отправляемся точно в Казахстане. Самолет Ан-24, на котором вы залетите, может взлетать и садиться даже на размокших грунтовых аэродромах. Пожалуйста, Огонек. Я читаю только каракатицу. Пожалуйста. Спасибо. Как вам нравится наш самолет? Превосходная машина. Скажите, пожалуйста, какая сейчас температура? Плюс 20°. За окном минус 40. Спасибо. Благодарю вас. Будьте любезны. Скажите, на какой высоте мы летим? Высота 6000 метров. Скорость 475 километров в час. Спасибо. Thank you.
на нелегкую, но почетную воздушную работу вышел новый крылатый труженик Ан-24, созданный талантом советских конструкторов, инженеров, техников и рабочих.